Друзья, всем привет! Ну что, первый матч в Саудовской Аравии между женщинами прошел, как и ожидалось, интересно. Были моменты шоу, типа интриги, но все-таки, мне кажется, девушки играли расслабленно. Хотя, Жабир местами так старалась, так прям вот эмоционировала, как будто это был такой важный для нее турнир. Но главное, что закончилось все для нас хорошо. Алина победила. Но это не закончится на этом турнире. Ведь мы с вами еще будем смотреть, как сыграют мужчины на этом же турнире в Саудовской Аравии, а именно Новак Джокович и Карлос Алькарас. Естественно, напоминаю всем, что это показательный турнир. Здесь не борется ни за какие трофеи большие, ни за очки рейтинговые. Да, теннисистам платят. Как говорится, они же должны что-то быть мотивированы прилететь, играть, выступать, поэтому без денег тут никак не обходится. И мне кажется, что все-таки Новак больше в этом плане будет шоумена играть. Он не раз играл на высоких турнирах и играл максимально расслабленно. А вот Алькарас, мне кажется, будет очень стараться победить. Потому что он такой, ну знаете, более горячий парень. Более заводной. У него кураж, мне кажется, такой будет здесь просыпаться. И учитывая то, что все-таки он пока уступает Джоковичу по личным встречам, я думаю, что хотя бы на показательном турнире он захочет выиграть. И показать, что он правда сейчас... Но просто на ступени с Новаком. Да я просто не могу пройти мимо такого сладкого коэффициента на Карлоса Алькараса. Ну а что получится в итоге, мы с вами скоро увидим. Пока желаю, как бы, всем удачи, здоровья, отличного настроения и до скорой встречи, друзья. Пока-пока.